Kia наконец вывела обновленный Mojave на российский рынок. При цене около 3 миллионов рублей рамный внедорожник сражает наповал богатством оснащения. В базовую версию включены полностью светодиодная оптика, система бесключевого доступа плюс электроприводы двери багажника и передних сидений. Продолжают список двухзонный климат-контроль, а также обогревы лобового стекла, сидений и рулевого колеса. Более того, стартовая комплектация подразумевает обивку вентилируемых кресел натуральной кожей, виртуальную приборную панель, огромный тачскрин медиасистемы и многое другое. Под капотом скрывается 3-литровый дизельный V6, которым дружит 8-диапазонный автомат. Главный конкурент – дизельная Toyota Land Cruiser Prado. В базовой версии обойдется на 500 000 рублей дороже. При этом Прадик не только хуже оснащен, но и проигрывает Mojave по числу цилиндров и передач. Китайская компания Chery уже давно планировала удивить россиян премиальными моделями, которые выпускаются под суббрендом Exeed. И вот это случилось. Правда, название марки для России несколько трансформировалось. Был просто Exeed, а стал Chery Exeed. Пока единственная заявленная модель — крупный кроссовер TXL. Последняя буква тут означает long, то есть удлиненный. Однако салон новинки строго пятиместный. Другая странность — выбор силового агрегата. Да, мотор выдает приличные 186 сил, но объем движка всего лишь 1,6. А в трансмиссии трудится не слишком ценимый россиянами 7-ступенчатый преселектив. В базовой комплектации этот паркетник имеет 6 подушек безопасности, кожаный салон, электропривод сидения водителя, двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы, сервопривод пятой двери и многое другое. Но цена — 2 250 тысяч рублей. За версию Flagship с панорамной крышей, автоматическим парковщиком и 19-дюймовыми колесами просят доплатить еще 150 тысяч. Между тем, за такие деньги реально купить корейских одноклассников — Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Торговать Chery Exeed'ами будет отдельная дилерская сеть, в которую сейчас входят 15 дилерских центров. В планах молодой марки — расширение сети, плюс выход новых моделей. Посмотрим, что из этого получится.